суток сегодня я расскажу вам вот про эту вот беседочку. Она представлена мне на международной междугородней выставке в Тамбове. Мое изделие. Вот, начнем. Так, у меня тут еще и скамейки, мангалы. Ну, это вот и вывески, и другие мангалы. Вон те красивые. Если интересно, обращайтесь, подписывайтесь. Вот здесь покажем, расскажем. Ну, это, естественно, следующий уровень. Здесь на моих скамеечках сидят люди, мы их не прогоняем. Вот с этого края, видите, вот такой вот у нас декор. Тут как бы опираться можно. Здесь у меня уже украшения. Хотел, я все обещал, что запатинирую или там золотом покрашу. Не было, ребята, времени, не было погоды. Октябрь месяц, дожди шли. Не стал я рисовать, чтобы краска облезла. Поэтому не стал я ничего портить. Как есть, как есть. Вот по цвету она смотрит, сами видите. Вполне, да. Потом хотел, появилась идея делать изумрудным. Делал я уже беседки изумрудные. То есть был бы тоже здорово смотрелся. И отделка, она бы смотрелась, конечно, может быть, понаряднее. Ну, тут какие главные особенности? Из чего сделан, чтобы каркас был? В том году у меня была беседка. Здесь я решил усилить каркас 50x25 будет. Для чего? Потому что на таком расстоянии, да, чтобы был запас все-таки какой-то прочности. Причем к ней я еще, видите, вон ту стену пристегиваю. Как вы понимаете, любую вещь можно сделать по-разному. Даже она может быть большая и красивая, но цена может быть разной. Здесь в чем особенность? Если я делал беседки, было или вот один борт зашит, или вообще был не зашит, все сквозняком. Здесь обращайте внимание, здесь борт зашит. Задняя стенка сборная-разборная. Потом здесь какую-нибудь стенку я тоже там сделал. Может сделать так, чтобы у вас еще было это закрыто. Но это все деньги и материал. Почему у него цена всего? Потом, обращайте внимание, как часто проходят дуги. Видите, тоже довольно не 2, не 3, а вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Я еще для себя так хотел, потом, может быть, из двери еще сделаю, чтобы сюда ходить. Но что стенка там, сюда тоже такая же, она у меня закрывается. То есть, если кто хочет сборно-разборно или перетаскивать, вообще, видите, вот 4, вот там вот скрепляется. Потом скрепляться можно еще и вот тут. Вот тут насквозь, ваш вот стенку. Потом здесь вот пол, видите? Опять показываю здесь пол. И вон, видите, пол. Там людей, в принципе, вполне прозрачно. Я говорю, можно зашить тут, у вас вообще дождь не будет попадать. Что еще в этой беседке? Какой размер? Здесь вчистую 2 метра. То есть с ножками получается где-то 2,8. 8 сантиметров. Так же, только в частоте, так же. 3 метра плюс ножки, 308 сантиметров. Стенка выполнена 25x25. Я хотел меньше, но явно будет играть. Вот видите, вот так сделан, и планка там. Еще планка внизу 25x25. Если вы хотите залезать, это вполне достаточно. То есть вот раз, два, получилось как на 3 секции по метру. Высота здесь 2 метра. Вот, до начала 2 метра. Ножки стойки 40 на 40, это тоже вполне достаточно. Беседку можно всегда усилить, уже убавлять точно не надо, потому что меньше это уже экономии нет смысла. Экономия на чем? Экономия на чем? Вот это вот завиток у меня, естественно, будет дешевле. Что еще можно сказать на цене? Видите, здесь нет торцевой планки, нет скотча. Вот здесь, я думаю, видно. Потом можно просто ставить вот такие вот саморезы, а можно просто обыкновенным саморезом. То есть все это будет играть тоже в конечном счете на цене. А вот у нас экспозиция. Давайте я помогу вам. Ну так, всем большое спасибо за просмотр. Смотреть следующий репортаж про мои изделия. Не только про эти, но и про мои, надеюсь, будем. Дальше дело вас радует. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за лайки. До новых встреч. Смотрим на табусе еще фото после видео.